мене є два заступника. Чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю чому. Я не ходил с кабинета, не смотрел, я проходил, посмотрел кабинет, и кабинет для меня не важен. Я готов работать, главное, чтобы для этой работы была эффективная, а не там, где ты сидишь. Я вхожу всегда через двери и не прыгаю, не выбегаю через окна или через какие-то другие. Каждого из киевлян я прошу с пониманием ставиться к этой проблеме и просил бы также всех киевлян точно так же с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле. В большинстве своем из сил оппозиционных. Скажите, пожалуйста, очень много сейчас, к сожалению, вот мы слышим информацию там из Крыма, из востока страны, какие-то сепаратистские настроения звучат, слава богу, их удается вовремя пресекать. Как важно сейчас вот объединить страну, что может быть сейчас, что может снять напряжение в обществе и погасить вот эти вот... Хочу обратить внимание всех. Встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли, и все мне задают вопрос. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать.